Я ненормальный. Что? Ты ненормальная. То встречайся со всякими. Все, малая, мы расстаем. Подожди, он был настоящим? Он был настоящим. Это был сам Иван Дорн. Тому сьогодні вітаємо вас ми. Я Слава Соломка, я Ваня Батіків. Эмиль, с Новым годом! С Новым годом! Ну, не просто магазинчик, а святая святынь всех вожатых. Это Ашан. Друзья, экстренное включение из пущи водицы. Я уже приехал домой, к сожалению, на корпоративчике не удалось снять ни одного видосика, потому что я парень ответственный, ведущий, наверное, хороший. Не снимал, в общем, ничего. Но наши ребята куражились в новогоднюю ночь замечательно, поэтому слово им. Всем привет! Не, на самом деле, да, на самом деле мы отлично покуражились. Встретили прекрасный 2019 год, год свиньи. И то, что мы сняли, так частично попадет на канал Гришин ТВ. А это интересно. Специально для Гришин ТВ рубрика «А вот они мы». А где они? А вот они мы. Сегодняшняя рубрика только для тебя. Сегодня, именно сейчас, Гришин. Запомни, Гришин, называется «А вот они мы». Понял, да? Для тебя спешл. Это начало, демо-версия. Я думаю, каждому из вас было приятно услышать эти теплые и прекрасные слова от Виталия Пушкарева. Но, Виталик, расскажи, заходили вы в какой-то магазинчик? Может, купили что-нибудь согреться, что-нибудь покушать в новогоднюю ночь? Ну, не просто магазинчик, а святая святынь всех вожатых. Это Ашан. Наверное, новогоднюю ночь, Виталий, такси было очень дорогим. Катались ли вы на машинах, может быть, на мотоциклах, на скутерах, на велосипедах? Ха! Это все, друзья, пережитки. Мы катались на самом лучшем транспорте, который может быть в Ашане. Это тележка. Смотрим. Поехали, брат, слушай, поехал, да. Бля, друзья, я за вами не успеваю. Хорош, как вообще, нормально? С Новым годом, блин! С Новым годом! Так, таксист, давай. Сколько берешь с этого уклона? Вылазь. Вообще-то это элитный транспорт. Ага. Текай. Секундочку. Я и тележка. Эпопея. А, ну поехали дальше, Эмиль. Поехали. Это, знаете, это сейчас будет шутка про рабовладельческий строй. Нормально. Давай аварию. Сделай аварию. Ну! Попах! Нет, мимо. Друзья, ну я ее сделаю. И тут пошел транспорт догонять, блин. Ад, зараза. Все нормально. Нормально? А вопросы продолжаются сыпаться в вашу сторону, Виталий. Где гуляли? Ночной Киев. Что видели? Ну, ночной Киев, это, поверьте, мега. Тем более в новогоднюю-то ночь. Гуляли на Михайловской, гуляли на Софиевской. Вообще, от Подола и до центра. На самом деле, есть что посмотреть и есть самое главное, что вспомнить. Вот так мы сейчас отмечаем предновогодний, пока предновогодний праздник. А сейчас будем провожать старый год и скоро будем встречать новый. Вот тут вот такие вот будочки, людишки сидят, стоят, все отмечают, все хорошо. Там прям такие новогодние вертепчики. Вот. Эмиль! Вот, хорошо. Здравствуйте! Так что так, начинаем. И вам тоже хорошо отметить. До 2000
Софийская площадь. Народу тьму таракань просто. Это пипец. Підходьте сюди всі разом ближче. Весь ярмарок, всі там, хто гальорочка, вулиця Сагайдачна, всі, хто на колесі катається, спускайте, тому що сьогодні вітаємо вас ми. Я Слава Соломка. Я Ваня Батейкін. Ми готові починати. Чи готові ви? Ура! Слава! Эмиль, с Новым годом! С Новым годом! Мы хотим шампанское пить прямо для младенца. Вот, да? Чтобы сейчас организм не выйдет. А младенец кто из нас троих? Эмиль собирается пить молоко просто. Молоко, да, молоко. Молоко. Давай, Эмиль, я начинаю, ты заканчиваешь. С Новым годом! Машка, давай, я начинаю, ты заканчиваешь. Happy New Year! Молодец. Свято! Наближается. Слава! Давай тогда сделаем музыку со святой ложи, давай. Ту-ту-ру-т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 у. Свято наближается, свято наближается, свято наближается, свято наближается. Always Coca-Cola. Ты знаешь, что если не, никто не то, что если киндер-сюрприз прикоснуться и за яйцо, тронешься за яйцо и будет желание исполнить. Знаете, как киндер-сюрприз на яйцо? Он на большое яйцо. Ты знаешь, как на киндер-сюрприз на украинском языке или на польском? Яйко, яйко, да, я яйко знал. Яйко с подевайком. Завжди дарую радість. Давай, давай, нет. Электрокует нас. Так мы, ты не затронешься. Нет. Ну, а глядя на очки Виталия Пушкарева, мы продолжаем вспоминать, как и вы, как и я, не зная их Новый год. Узнаем из первых уст. Новый год – это пора, когда есть немножечко градуса в наших телах. Что было забавного? Может, кто поссорился, может, кто помирился? Была очень забавная ситуация, друзья. Такого я лично никогда не видел ранее. Чтобы вы понимали, турок дрался с афганцем в Украине, а размерял их кто? Азербайджанец. Мама. О-о-о, посмотрим, посмотрим, Виталий. Новогодний Киев, столичная елка. Обязательно, я считаю, были известные люди, гуляла вся страна. Ха, вся страна мне не нужна. Мне самое главное, что я верил. Главное, верил, что кто-то мне попадется из звезд. Тут бац, сам Иван Дорн. Я был в шоке, реально. Друзья, вы тоже будете в шоке. Подожди, он был настоящим? Он был настоящим. Это был сам Иван Дорн. Да, немножко борода короткая, но это был он, поверьте. Я, конечно, Виталию не верю, но верите вы. Посмотрим. Друзья, только что на Софийской площади встретил самого Ивана Дорна. Ванька, Ваня, Ваня, вот он сам, смотрите. Иван Дорн, друзья, на самом деле, самая любимая музыка здесь играет. Вань, Вань, с Новым годом, скажи, с Новым годом. С Новым годом. Ура! Новый год, минералочка в руках у Виталия. Ну и чем же закончилась ваша новогодняя ночь? Ну, новогодняя ночь закончилась продолжением, скажем так. Это была только первая часть марлезонского балета. Было продолжение, как ты сам понимаешь. И на вторую часть мы оставили самые сладкие. Это наше прекрасное путешествие обратно в лавину, обратно в Аша. Но это уже было на следующий день. Присоединимся к ним прямо сейчас. Бам! Небольшие выходные мы взяли себе на Новый год, но мы возвращаемся прямо сейчас. Хватит разговаривать, когда говорит этот чудесный голос этого толстого сексапильного мальчика. Друзья, мы едем тусить. Виталий Пушкарев нам сегодня будет проводить экскурсию по лавине. Буду пытаться, да. Буду пытаться. Все, короче, будет нормально. С нами уважаемые перспективные молодые украинцы. Это Эмиль Ганиев. И девушка Димы Пуника, Алина Кандаурова. Ну, улыбнись, скажи что-нибудь. Привет, я не девушка Димы Пуника. Ну, ты Алина. Да. Спасибо. Ну, встретимся с вами ровно через секунду.
Дивилась фонарика, а не в камеру. Толя Пушкарев на выход. Оп, чуть не упал. Эмиль, Алина, все на месте. Ну что же, Виталий, расскажите. Не перебивайте, пожалуйста, а лучше расскажите, куда мы сейчас идем, быстренько. Ну быстренько, что ты как это? Я сейчас иду на 2 минуточки в лагерь по делам, а вы не нравитесь. Это снимается. Конечно. Короче, мало интересно, нам персонаж. Идем тусить, давай без персонажа, идем тусить в лавину, не знаю, что это будет. Будет чистый сплошной импровиз. Очень надеемся, что вот такие типажные все личности, что-нибудь да выродим. Правильно? Правильно. Правильно, принимайте роды. Воды уже отошли. Мы сейчас идем кушать, правильно? А Алина идет. Никиту слушать. Ты можешь разговаривать на камеру? Друзья, на самом деле она умеет разговаривать, просто. Сейчас у нее в зубах застрял пельмень. Ладно. Пойдем, ты покажешь, где ты покупала кофту. Я все, прям здесь. Мы ей сегодня разговариваем, да? Шампунжанского? Ты это покупал? Я же думаю, это мне не нравится. Как такое может быть? Что, короче, чтобы тебя разговорить, нужно немножечко шампусик. Короче, мы покушали, все у нас замечательно. Не снимал, как мы кушали, потому что это лично было. Потому что кушали, просто заняты были. Заняты были. Скажи что-нибудь про кушание, скажи. Это сегодняшняя рубрика, наша тусовка. Скажи, в лавине. После вот итоги лично. Дальше я в шее, да? Да, можно погромче. Скажи, пожалуйста, тусовка в лавине погромче, чтобы слышал зритель. Тусовочка по-азербайджански. Нет, для азербайджанцев. Нет, я. Только без матюков, я без сычи, я знаю. Короче, скажи просто, друзья, всем хорошего года, ведь у нас Новый год вот прошел дня 2 назад. Маме Влад, Енил наш фактор Буджин, Енильде, Чуджиму на Нагаль. Байрам Улду Табричляд. А что ты сказал? Дом Барби. Я сказал, вот 2 дня как назад прошел Новый год. Вот. И всем удачи, счастья, сонного. Подписочки, лайки. Короче, братан, да. Совершаем преступление. Что вы делаете? Что я взял штатив и на витрине и засунул в куртку. Да? Сделаем ли это мы смело или нас спалят и придется отдать? Проверим, на что способны. Я не знаю, если что, я тебя не знаю, хорошо? Проверим, на что способна служба охраны в Ашане. Тудум, 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 тудум. Мы приближаемся к кассе. Очень опасное мероприятие сейчас будет. Дамы и господа, я реально переживаю не за себя, а за этого толстого парня. Понятие везения и Никита, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому будем надеяться, что будет все повезет этому человечку, но я бы и ломаного гроша не поставил. Ребята, сейчас будем снимать скетч с Виталием Пушкаревым. Он автор. Он рассказывает. Это я не автор, это же такая избитая тема, избитая, но мы тема, повторимся, да, и отыграем. Да? Отыграем. Что да. Нужно делать? Нужно отыграть. Ну рассказывай. Я спрашиваю, сын, есть сигареты? Ты скажешь, ебать. А, хорошо. Только украинском можешь. Да, да, да. А ты наш снимешь? Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ребят, ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Давайте, включите. Она включена. Сейчас на тебя уже снимают. Только. Давай, все потом. Пошло, давай. Ну, ладно, потом. Ну, там сейчас выйдем. Ну, подержим, я буду выкладывать. Ну, я тоже буду выкладывать. А я... Последний выложу, чтобы тебе было место спереди. Я подержу. Давай, последний я. Можешь что-то сказать, да? Пока пообщайтесь с Виталиком. Что-то. Что общаться? Господа, это Ашан, детка. Что ты машешь? Ты наука нормально снимаешь? Я показываю, что Ашан. Нормально все снимает. Это руки трусятся. Что-то нет. Что-то нет. Все, надо же, я буду... Сергей Николаевич Конек смотрит Гришин ТВ, поэтому очень опасно говорить. Плохие слова, да? Thank you.
общем, друзья, что у нас получилось? Можно? Один вопрос. Зачем у тебя тут цибуля плавает? Ну, это сейчас делается, дай просто мою. На меня хотят поверить, что же ты украл, но я ничего не украл. Может, поменять можно? Я думаю, можно. Пойдем с ними, поменяешь или нет? Я не брал цибулю и грязную. Все, идем. Да, скажи. Скажи, я вас обманула. Пробивать не выключи. Ну выключи. Ну не хочу. Я тебе говорю. Чего я сволочь? Ну как, девочка, стой, посмотри на нее. Тебе не жалко ее? Я урод? Ну ты ее кинул, на самом деле. Я очень хитрый. Все, я буду сейчас плакать. Вот так с девочкой нельзя. А материться, значит, при девочках можно. А где материться? А тут тоже есть запись. Папа. Когда я сказал не ругайся при дамах, ты сказал, я не увидел. И ты такой, что та-та-та, что-то на каждой есть свой хуй хитрый. Сейчас, Атошка, я буду плакать. И что? А так бы я плакал. Кто там по-любому плакал? Это цибуля, от цибули плачут. Даже так бы я плакал. Вот это мерзость, да? Ужасен и отвратительный. Мам, я надеюсь, что ты смотришь. Так думаешь не только ты. Кто виноват, что накупила какую-то штуку с цибулей? Кто виноват? Ну что? Алина, возьми свою бутылку. Нет, пока еще мою не бери, а пока еще свою возьми. Теперь меняемся. С Новым годом! Вот, то есть вот так вот ты меня бросаешь. А, мы тут сейчас сыграем. Алина тут устроила такие концерты, все на камере как бы зафиксировано. А кассирша что тебе сказала? Я ненормальный. Что? Ты ненормальная. То встречайся со всякими. Все, малая, мы расстаем. Убери это сюда. Все, пусть все увидят, с какими встречаться нельзя. Не повторяйте мою ошибку. Друзья, я сейчас дурацкий немножечко одежде, но все-таки результат нашего пранка, он себя оправдывает. Оказывается, можно, оказывается... Не нужно, никогда этого в жизни не повторяйте. Но на свой как бы внутренний мир я взял небольшой грешок и украл из Ашана эту треногу. Да, я признаюсь, если вы меня найдете, изымайте из меня штраф. А сейчас буду ложиться спать и поставлю телефончик сюда, посмотрю какой-нибудь фильмец. Спокойной ночи, спасибо за просмотр. Муа!